Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Внимание всем! В Бобруйске проведут учения по ликвидации ЧС. Планируется отработать взаимодействие всех служб города и сил гражданской обороны. Когда зазвучит сирена? Честная пионерская. Ряды Бобруйской организации пополнили 600 ребят. Я очень сильно хотел, чтобы меня посвятили. Чего добилось движение с вековой историей? Поиск в пару кликов. В Беларуси разработали интерактивную карту с информацией о наличии свободных мест в детских садах. В свою очередь мы уже занимаемся запросами документов. Какие нужны справки? А также продленный безвиз, чартерный рейс и Ной в ковчег. В стране внесены изменения в порядок оказания ветеринарных услуг. Как это работает? Сигнал общей тревоги. В Бобруйске проведут учения в условиях мирного и военного времени. С 25 по 27 мая отработают действия органов управления сил госсистемы предупреждения, ликвидации ЧС и гражданской обороны. За три дня специалисты столкнутся с большим спектром чрезвычайных ситуаций – от паводков до пожаров. Будут моделироваться многочисленные аварии на объектах жизнеобеспечения и отрабатываться действия всех служб в ситуациях, максимально приближенных к реальным. Каждая аварийная ситуация несет с собой целый спектр угроз. Планируется отработать взаимодействие всех служб города и сил гражданской обороны. Также на 26 мая запланирован запуск электросирен. Ее работоспособность проверят с 7 до 9 утра. Учения плановые, проходят они раз в 7 лет. Всегда готов. Накануне столетия пионерского движения в ряды организации приняли бобруйских школьников. Впервые красно-зеленый галстук на шее повязали 600 мальчишкам и девчонкам. Затем ребята праздничной колонной прошествовали по улицам города. О священной клятве Карина Гуревич. В Беларуси каждый год тысячи детей принимают в пионеры. Особенно торжественно эта церемония проходит накануне празднования столетия движения. Перед тем, как стать частью большого будущего, отдают дань бессмертному прошлому, возлагают цветы к памятнику-танку на могиле генерала Бахарова. Затем напутственные слова от администрации города и, конечно, самое главное, 600 октября там повязывают галстуки. Они произносят клятву. Быть добрым, честным и справедливым. Быть добрым, честным. Всегда следовать уставу и традициям. Когда торжественная часть подходит к концу, ребята отправляются в парк культуры и отдыха. Праздничная колонна и сотни юных патриотов следуют по улицам города. В этот день все внимание на маленьких октябрят. Для пионеров готовят развлекательную программу. Аттракционы, песни, танцы и даже экстремальное выступление велобайкеров. Пионер должен своими поступками помогать не только себе, но и своей семье, родине. И независимо от положения человека, он всегда должен помочь. Я очень сильно хотел, чтобы меня посвятили. Ну, для этого я старался, я хорошо учился и учусь. Мне очень нравится праздник, я очень рада, что поступила в пионеры. Ведь это так круто, здорово. Мы старшее поколение, у нас уже мы наученные, можно сказать, и мы будем подавать им пример. У нас в школе тоже есть пионерская дружина имени Быкова, и вот мы недавно проводили викторину по БРПО, по пионерской организации. То есть, ну, был очень хороший результат. Решение о создании пионерских отрядов было принято 19 мая 1922-го. Тогда тысячи школьников вдохновенно брались за общественно полезные дела, помогали одиноким старым людям. И все это с задором, свойственным юности. Проводились соревнования, кто самый дружный и сплоченный. Летом дети отправлялись в лагеря. Причем мечтой каждого был легендарный «Артек». Главный атрибут потерпел изменения со времен создания пионерии, в первую очередь в цветовой гамме. В нашей стране это красно-зеленый, как и белорусский флаг. Галстук – символ готовности разделить добрую славу организации и ее ответственность. Белорусская республиканская пионерская организация – одно из самых массовых объединений в нашей стране, которое поддерживает детские и молодежные инициативы. С каждым днем оно пополняется креативными и талантливыми ребятами. У нас появилось много новых проектов. Это «Пой с БРПО», «Танцуй с БРПО», современные модные тенденции – это «ТикТок с БРПО».
Также у нас очень интересный проходит фестиваль «Пионерские искры», конкурс чирлидинга. Сейчас в стране насчитывается более 600 тысяч ребят, которые участвуют в движении. Это пионеры, тимуровцы и октябрята. В отрядах состоит почти 70% всех белорусских школьников. Обновленная организация сохранила свои положительные традиции – воспитание преданности родине, верность идеалам добра и справедливости. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галенко, Бобруйск, 360. Удобный сервис для родителей. Для жителей Могилевского региона разработали интерактивную карту. На сайте Минобразования представлена информация о дошкольных учреждениях. Ресурс дает возможность узнать, в каких возрастных группах есть свободные места. Данные планируют обновлять с 5 числа каждого месяца. Аналогичные площадки подготовлены для Минска и всех областей. Заработают полностью к 1 июня. Для постановки ребенка в очередь необходимо обратиться в службу «Одно окно» своего района. Служба «Одно окно» необходима для того, чтобы гражданин, заинтересованное лицо, обратилось к нам, не ходило по разным инстанциям и у нас написало заявление. В свою очередь мы уже занимаемся запросами документов, и человек только приходит за решением. Перед постановкой на учет нужно собрать пакет документов. В список входит паспорт одного из законных представителей, свидетельство о рождении ребенка, медсправка. Если малышу необходима санаторная группа, потребуется еще заключение врачебной комиссии. Бюджетное обучение, ветеринарные услуги и фруктовое пюре. Торговли разрешили увеличивать стоимость на детское питание. Насколько поднимется цена? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии продлен до конца года. Решение принято из-за позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранцев. За месяц в Беларусь приехали свыше 27 тысяч человек. При этом посещать нашу страну можно неограниченное количество раз. В Беларуси прием документов в вузы на бюджетную платную форму обучения будет проходить с 18 по 24 июля. На заочную сельхозпрофилем с 15 ноября по 5 декабря. Выпускники профильных классов смогут подать заявление до 22 числа. В стране внесены изменения в порядок оказания ветеринарных услуг, в том числе платных. Теперь в клиниках можно будет сделать не только УЗИ питомцу, но и провести инструментальную диагностику. На месте также проверят безопасность купленных на рынке продуктов животного и растительного происхождения. Торговли разрешили увеличивать стоимость на детское питание. Такая возможность согласована комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине Беларуси. При этом допустимая надбавка не выше 15%. Белавия с 30 мая запускает чартер в Бодрум. Рейсы запланированы один раз в 10 дней. Сезон полетов в Турцию открылся еще месяц назад. К слову, компания осуществляет авиаперевозки и в другие курортные города, в том числе Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Анталию. В каждом штрихе душа творца. Международный день музеев в художественной галерее открылась выставка, посвященная геноциду в годы Великой Отечественной. Экспозиция знакомит с полотнами ветеранов, классиков искусства и собрания Белорусского союза художников и Национального музея. Приурочена она году исторической памяти. Важная составляющая – картины современных авторов. Всего представлено 40 работ – живопись и скульптура. Все-таки реализм, классический реализм, он не увядаем. Поэтому это встреча с прекрасными работами прошлых лет. То художник пишет душой. И поэтому здесь работы художников, которые видели разрушенную Беларусь. То есть они не просто писали по воспоминаниям, по какой-то литературе. Они все это видели. Сегодня почти не осталось художников, переживших войну, геноцид или Холокост. То, над чем сейчас работают авторы, память о поколении, которое жило до них. Увидеть выставку можно со среды по воскресенье в течение лета. Время работы с 10 до 19 часов. Адрес: Горького, 28. Цена билета – рубль детский, 2 – взрослые. 170 тысяч рублей похищено, 9 уголовных дел возбуждено. Это только за последние сутки. Всему виной телефонные мошенники. Подробности ровно в 20:45 в криминальной программе «Сирена». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!